Добро пожаловать в будущее, братишка. Пока кто-то блокирует Телеграм и освещает ракеты, другие юзают биткоины и смотрят порно в виртуальной реальности. Есть и третий тип людей, которые понимают, что мир стремительно прогрессирует, блокчейн, VR и электронная коммерция меняют его прямо сейчас. Команда сайта Start.com знает, как все это работает и отслеживает лучшие проекты будущего. Получает 1.5% в день до 55% в месяц. Открывайте позицию. Сидит на сутки, неделю, 2 или 28 дней и получай свой доход за счет технологии, инвестируя хоть 100 рублей, хоть миллион. Переходи по ссылке в описании на сайт Start.com и прикоснись к технологиям будущего вместе с нами. Я уже даже не помню, какой именно. В принципе, все розыгрыши были проведены, победители объявлены и все четко. Все нормально, видно все. На альбоме Fit с No Name будет? Да, по-любому будет. Мы уже... Все-таки в последней стадии завершения этого трека. Он будет интересным. Короче, там все будет, все очень интересно. Не как вы привыкли слышать, видеть. Привет, Чехии. Чехии, привет. Я бы хотел там побывать. Говорят, очень красивая страна, очень красивая архитектура, очень вкусное пиво. Поэтому я бы там побывал бы, конечно. Привет, солнышко, привет, солнце мое. Да просто видите, преломление света, и поэтому докажется, что там нос там сломался или что. Но хотя он у меня не, ну, не совсем прямой. Как дела? У меня отлично все. Творчество, творчество. Творчество — это жизнь. Я бы не знаю, что я делал бы, если бы не занимался бы тем, что я делаю сейчас, и мне это нравится. Какой взял iPhone? Да я взял себе чисто по-быстрому на Авито, зацепился iPhone SE, потому что мой Samsung просто в мясо расколотился прямо в мигом, и у меня не было времени что-то там думать. Ну что, в принципе, я обо всем вам сказал уже, какие планы планируются. Распространяйте релиз, да, пусть это, хотя не основной релиз, который вы рассчитывали услышать, это те треки, которые просто не вошли в главный релиз, который будет в сентябре, на самом деле, вот. Но все-таки будет приятно мне, если вы будете его распространять, там, кидать какие-то паблики, да, там на стенке, в комментарии и прочее. Чтоб просто заебали всех и нормально все было. Запостили бы где-нибудь. Более массовым. Привет из Бурятии. Ну, салют, Бурятия, салют. Не, у меня по качеству вообще просто вышка будет по-любому. Именно качество. А содержание уже будет, ну, сами будете решать. Зайдет, не зайдет, как бы. Мне зашло, мне нравится. Я делаю то, что по кайфу, я просто от этого кайфую. Мне вообще классно на душе. Прям вообще вот давно такого не было, когда ты отдаешься творчеству и получаешь от этого какой-то кайф, типа. Это круто. Приезжай в Дублин, выпьем. Выпьем Гиннеса. Бро, да я бы с радостью. Я бы вообще бы все бы обколесил бы. Весь мир бы, была бы такая возможность. Только подвернется, я сразу просто стартую и все, лечу.
Бля, классно так вообще, на улице погода крутая, давно такое не было. И не жарко, и не холодно, вот так вот. Приятно. Фитанул бы с ноунеймом. Я уже фитанул с ноунеймом. Никита, салют. До гуля. Дизайнер не нужен. Мне всегда нужны люди, которые будут, как тебе сказать, олицетворять мою команду, да? Допустим, какой-нибудь оператор, там, дизайнер, еще что-то. У нас есть набор, кстати. Так что, если ты пройдешь эти небольшой кастинг наш, то ты будешь официальным дизайнером Vibe Hunter. Go, выпьем в Мурманске. Ну почему? Чего вы все такие алкаши? Или по мне видно, что я люблю бухнуть? Люблю бухнуть? Да, в натуре. Спалился. Сука. Привет, Сухты, салют, Ухта. Как тебе выступление Шиша? Шиш охуенный тип, охуенно делает. Всегда охуенно делал, и для меня странно, почему он до сих пор не выстрельнул. Поэтому флаг ему в руки, я жду его альбом там и релизы, и надеюсь, что он прямо бомбанет как следует. Ну что, в принципе, все обсудили, что? Распространяйте релиз, пока не вышел новый альбом. Планы все рассказал. Покупайте мерч. Мерч пиздатый. Кепки, кстати, охуенного качества. Футболки, кепки. Так что чё? Салют, Владивосток. Все, давайте, пацаны. От души всем. На связи. Всех обнял.